Говори мне, страж заоблачный, голубые двери дня, белый ангел этой полночью моего убил коня. Вижу я, он бьется, мечется, теребя тугой аркан, и видит силу, как с месяца уже плавная в туман. Богу лишнего не надо дна, конь мой, мощь моя и крепь. Слышу я, как ржет он жалобно, закусив золотую цепь. Это была песня «Конь», «Horse», тоже на стихи Сергея Есенина. Это тоже одна из моих старых песен, я ее написала в 2006 году или в 2007 году. Я очень редко играю эти песни, я тоже вот эту песню, я не знаю, очень много лет не играла, ну, не было желания. А так можно посмотреть видео с концертов, когда я эту песню играла, я даже ее по-другому как-то сыграла, я уже не могу играть, как я тогда играла эту песню. Как я и сказала, у меня все, вот я художник, я рисую, и у меня чувствуется мой стиль, но я никогда не повторяюсь. И вот эти повторения, они для меня, ну, невозможны. Это нужно дрессировать себя, как в цирке, каждый день тренироваться и играть вот каждый день одно и то же, вот как пластинка. А я нет, я так не хочу, Я хочу расти, хочу не быть похожей, как сегодня, и все время вот в разные стороны, вот так вот. Кому-то это непонятно, а для меня это так жизнь интереснее.